Всем здорово, бойцы и зрители канала Валерки. Продолжаем проходить игру под названием «Мертвый Светь». Ну или «Умирающий Светь». Как кому нравится, тот так и забирает. Вот. Итак, нам надо пройти канализацию. Вот. Мужичок, который кликает себя крысой. Настроил тут всякого, короче, говна, устроил здесь Форт Боярд. Хотите вернуться наружу? Прямо сейчас? Не-не-не, мистер Уэйн, не сейчас. Слышь, чувак, мало того, что я тут прохожу твои Форт Боярдовские штучки, всякие разные, канализационные, ты еще и насвистываешь? Ты просто насвистываешь и не выпускаешь меня никуда. Окей, ладно, а прикиньте, знаете, да, он, блин, сколько лет он здесь в этой дыре находится, в этой канализации, да, как бы он нас просто не схватил, не изнасиловал, да, прикиньте. Он, блин, за пару дней такие вот тут штуки всякие не настроишь. Это как минимум, не знаю, года три надо, чтобы настроить. Либо он тут насыщается тенями, знаете, периодически, либо, знаете, помяла Андерсон и Дрю Берримор, знаете, да? Дедок-то шалун, да? Шалун. Окей. Так. Нам, наверное, его призвать надо, да? Чтобы он опустил нам мост. А не мог бы пониже-то отпустить, а? И свалил. Засранец. Окей. Сейчас еще и мост, наверное, развалится. Нет? Окей, ладно. Так, здесь никуда нам... А, вон, смотри. Или по той штуке мы уже стреляли. Мы стреляли уже по той штуке, понятно. Значит, нам сюда. Ладно. Главное не пропустить никакие секретики. Хорошо, хорошо, вы сделали это, мистер Уэйн. Теперь ты доволен, сумасшедший старик? Это было давно, очень давно. Крыса жил здесь, еще до эпидемии. Да я про что и говорю, прикиньте, сколько лет он здесь торчит. Вы могли почувствовать то, что должно было произойти. Крыса чуял. Они, крысы, уже убежали, вы знаете? Пойдемте со мной, здесь безопасно. На, старик. И я сомневаюсь, что с тобой здесь безопасно. Ну ладно, давайте я рискну. Так, а там ничего я не пропустил, нет? Нет, все нормально. Все нормально, все, ничего не пропустили. Поехали, чувак, поехали. Ну, рассказывай. Рассказывай свои там истории всякие разные. Че молчим-то? До этого ты был какой-то разговорчивый. Сейчас он молчит. Так, я не буду к нему вставать спиной. И... Самое главное, не знаю, не наклоняться за мылом при его присутствии. Когда времена меняются, люди должны измениться, мистер Уэйн. Крыса знал, что миру придет конец, рано или поздно. Поэтому я построил свое укрытие здесь. Злая кошка никогда не будет искать живую крысу в крысоловке. Да? Я не знал. Чувствуйте себя как дома и не волнуйтесь о запахе. Отдыхайте, берите что нужно. За запах, и как кулями пахнет? Какого черта ты привел меня сюда, сумасшедший старик? Он должен был уже вернуться. У крысы есть сын. Он может уходить. Внешний мир не сожжет его, он должен быть уже вернуться. Должен был вернуться. На, у него сын, прикинь. Прикинь, он здесь не один. Я знаю, где он. Он любит возвращаться туда, где был его дом. Но сейчас это не более чем груда пепла. Крыса чует опасность. Вы можете мне помочь? Вы можете поискать моего сына? Я уже сказал тебе, мне нужно найти своих друзей. Помогите крысе, и крыса поможет вам, мистер Уэйн. Крыса слышит многое. Он может узнать, где ваши друзья, может даже ваша семья. Найдите моего сына раньше этих людей и узнайте, что знает крыса. Око за око, верно? Ладно.
Я должен тебе за то, что ты спас мне жизнь. Да, за то, что спас мне жизнь и чуть не угробил мне жизнь. Возьмите то, что вам необходимо, прежде чем продолжить. Вы голодны, мистер Уэйн? Не хотите ли, чтобы я приготовил вам мясо маленькой крысы? Нет, спасибо. После всего этого у меня нет аппетита. Да, извини, но я не голоден. Крыс я жрать не буду. Хотя, знаете, вроде как говорят, крысы на вкус как курица. Так, бери все, что нужно, говорит. Все, что нужно, это мой револьвер и топор. Так что, мужик, возвращай. Возвращай давай. Окей, короче, надо найти его сына. И он нам расскажет там всякие небылицы, походу, да? Так, это мы не можем разбить. А погоди, может мы выбьем вот так? Точно. Так, что здесь у нас? Смотри, наверху что-то есть. А ты что, туда добраться не можешь, что ли? А, погоди. У нас же есть супер-рогатка. Окей. Медаль за отвагу Соединенных Штатов Америки. Этот сумасшедший старик был героем войны давным-давно. О-о-о, чувак, тогда ладно. Ладно, я беру свои слова назад. Окей. Ветеранам почет. Так, смотри, там что-то... Плакат какой-то группы, метал-группы какой-то, да? Хэви-метал, наверное. Ryan Thunder Live. Окей. Интересно, это настоящая группа? Когда один умирает, другое становится местом, куда снова возвращается. Чё? Так, чувак, слишком много книг могут свести с ума, знаешь, этот старик? Чего вы базаритесь, чуваки? Ладно. Я так полагаю, нам наверх. Крыса что-то ждет, да? Ждет, что мы его позовем, что ли, или что-то мы сделаем. Смотри, аптечка. Аптечка нам не нужна пока, в принципе. Так. Вот здесь, наверное, можно проползти. А. Я же на цепи... Ни хрена себе, ты так кувырок такой сделал. Опасно, блин. Это что, латик с пивом? Фотография парня, подростка, сына крысы. Мы все были бунтарями в его возрасте. Фу, блин, какая вонища-то, прикинь. Так, а наверх? Наверх? Нет, нам походу наверх не забраться. Ладно, сколько прошло времени с тех пор, как вы выглядывали наружу, мистер Мэй, чтобы создать порядок из хаоса? Что ж, я должен сказать, если они этим занимаются, то хаос опережает всех. Так, ладно. Я даже не знаю, на что на это ответить. Окей. Погнали. Так. Мостик готов. А, слышь, я отсюда перепрыгну. Давай попробуем. Опа! Америка и Европа. Еще раз повторюсь, как в прошлой серии. Ладно. Так, смотри. Тут можно выстрелить рогаткой. Так, выстрелили рогаткой, что-то... А, смотри, лифт поехал наверх. Окей. Значит, нам нужно его опустить опять вниз и выстрелить, чтобы поехал наверх. Слышь? Скажи, ты не можешь теперь дострельнуть до туда. В смысле, блин? А, во. А то, блин, такие шуточки, а? Шутит тут. Ладно. Опускайся. Так, сейчас я перепрыгну. Оп. Окей, здесь я перепрыгнул. А здесь что у нас? Здесь, наверное, надо что-то двигать, короче. Двигаем. Смотри, там что-то лежит, да, походу? Банка какая-то. Фото молодого солдата с винтовкой посреди тропических джунглей. Изображение выцвело, но можно прочитать надпись Дананг 68. Дананг, это Вьетнам, да? Я так полагаю, нам надо поднять это наверх. Потому что... Больше... Я здесь не вижу, куда это применить. Ну, поехали. Здесь начинается жизнь, ниже кругов ада.
Ниже надвигающейся чумы, смерти, внутри лабиринта, рай будет возрожден. Блин, смотри, этот чувак уже здесь. Он таким будет будущее, мистер Уэйн. Прикинь, этот чувак уже здесь. Нет, чтобы, да, провести своими тропами нас. По крайней мере, старик знал, как построить для себя безопасное место. Нет, он тут замутил, чтобы я ездил тут на лифтах, короче, двигал всякие ящики. Вот нахрена, чувак, ты задерживаешь просто, вот, тупо задерживаешь нас, наш путь, короче, к убежищу и к нашей семье. Так, вот туда, наверх, наверное, да, надо подогнать. Погоди. Я так думаю. Блин, столько кнопок надо зажимать, и вообще у меня пальцев не хватает. А, да ладно, мы не можем допрыгнуть до туда. Я понял тебя. Так, значит, надо выстрелить. Куда поехал? Обе кнопки, короче, двигают лифт. Охренеть. О, черт. Так, значит. Надо сделать так. Сейчас покажу. Я-то не дурак, я-то знаю, что надо сделать. Я догадываюсь, что надо сделать. Видите, мост там, да? Сейчас нам надо, короче, на него... Да, двигай! В смысле? Застряла. Так. Вот так. Вот так вот. Надо перепрыгнуть на ту сторону. О, ух, ух. Опасно было, я думал, сейчас будет. Твою мать, ты что творишь опять? Слышь, ты что делаешь-то? Опасно. Опасно ты тут. Так, окей. Окей. Двигать дальше, что ли? Ладно, допустим. Двигаем дальше. Вот кто придумывает, блин, в играх, знаете, двигать вот эти ящики, блин. Это ж так муторно, это же, блин. Нельзя придумать какие-нибудь другие головоломки, знаете. Там, поразмыслить чисто реально. Тут вон, двигай ящик. Налево и направо. Так, и чё? И чё, блин? Погоди, смотри, здесь можно выбить дверь. Давай так и сделаем. Там, вон, проходик. Оп! Что здесь? Иллюстрация 9 кругов ада из божественной комедии Данте. Похоже, что эта классическая поэма служила вдохновением при постройке убежища крысы. Ха-ха, прикинь, он фанател от Данте. Нормуль, мужик. Все больше и больше книг. Так много страниц, кого угодно сведут с ума. Но хочу сказать, старик, хоть ты и фанат Данте, но, блин, твои вот эти вот форт-боярдовские штуки, они нифига не похожи на ад. Так, смотри, что нам делать? С ящика мы можем перепрыгнуть обратно, но смысл. Здесь вот рычаг. Если вам будет нужна моя помощь, просто позовите меня, мистер Уэйн. Я помогу вам остаться на пути, ведущем через мой персональный ад. Я понял тебя. Ну давай вот так. Да блин! Вот так. Ну, давай, старик, бывай. Надеюсь, ты не врешь. Я найду твоего сына, и ты мне все расскажешь по полочкам. Сеть метро где-то под городом. 5 июля, 86 год. Вот она, посмотрите на фото. Будет несложно узнать сына крысы. Но будь осторожен с другими людьми. Живые так же опасны, как и мертвые. Так, смотри. Восхождение. Похоже, что крыса шел за нами с момента нашего прибытия в Сиэтл. Он предложил мне сделку, я должен спасти его сына, а он расскажет мне, где найти друзей и семью. Мне нужно пройти через станцию метро, чтобы добраться до поверхности и найти его сына. Это честная сделка, он ведь спас мне жизнь. Ну ладно,
Будь по-твоему, Рэнди, будь по-твоему. Так, окей, опять, опять и снова у нас тут. Вам нужна помощь, мистер Уэйн? Конечно. Дай мне путь, который будет безопасный. Так, погоди. Наверное, надо вниз вот так спуститься, да? Окей. Воды-то мы боимся, да? Плавать мы не умеем. Вот, хрена залетел. Молодец, как птица. На рисунках какая-то бомбежка нарисована, смотри. Эти рисунки отличаются от предыдущих, они описывают бомбардировки, что произошло в городе в начале эпидемии. Угу. А я говорю, есть бомбежка, да, нарисована. Окей, так, допрыгнем. Допрыгнули. А здесь и здесь. Так, винтель, ага, воду сейчас мы спустим. Окей. А, ну теперь отлично, теперь можно не бояться. Так, а там, ну да, там, смотри, там тень вон лежит, значит здесь не... Да, здесь по щиколотку, ё-моё. Так. Это нихера не нормально. Стоп, 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 стоп. А чё он нам топор-то и револьвер не отдал? На тебе, в голову. Чпунь. Окей, так, а чё, как? Надо перепрыгнуть, что ли? Оп. Хер. А, вон туда, вон. Я забыл про эту штуку. Вот лестница, отлично. А теперь можно и перепрыгнуть. Я всё понял. Так, смотри тут. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу! Похоже, что эти ловушки защищают от мертвецов и от живых. Хера? Я думал, ловушки там все закончились. Ах ты, старичок-то. Ах, старичок-то, а? Охренеть, охренеть, блин! Твою мать! Старик, ты что творишь, а? Ты чё творишь? Куда мне? Вниз, наверх? Влево, вправо? Давай вниз. Когда эпидемия дошла до Сиэтла, люди приняли бой, пытались сражаться. Многие умерли, а затем вернулись, чтобы поглотить тех, кто не умер. Потом военные пытались сражаться против теней. Посмотрите вокруг и поймете, как это закончилось. Че он там в кокулях ковыряется? Че он там делает? Носки стирает, что ли? Или труселя свои? Так, погоди. Куда мы можем выстрелить? А, вон. Ага. Я понял. Вот! Сейчас бы разогнался. Сейчас бы прыгнул, блин. Опа. Америка, Европа. Воу-воу-воу-воу, вагон качается. Вагон качается, вагон качается. Вагон качается. Так, а здесь что? Ага. Я понял. Погоди. Погоди. А внутрь вагона мы можем зайти? А, фиг, да? А, так. Смотри, там наверх, и здесь дверь там можно выбить. Ну-ка, давай попробуем сюда перепрыгнуть. Ага. Чуть игры, иди не пропустили, смотри. Ладно. А иди незнакомца, его имя Ка Бьянчи. Чуть ли не Бьянка. Угу. Так, а вниз нет, да, уже все. Вниз там пипец, короче, начался. Так, давай. Опа! Опа! Залазь. Отлично. И теперь на перекладину. Ну и поехали. Смотри, там поверху, да, надо пробраться. По верхушечке.
Ну, в принципе, блин, я думал реально будет сложно, что-то столько всего здесь было, а тут вроде как более-менее нормуль все. Ну а что ждет нас дальше, еще неизвестно. А что эти солдаты? Новый закон? Я сказал вам, когда времена меняются, люди должны измениться. Мы все делаем выбор, мистер Уэй. В хаосе некоторые решили показать свои лучшие стороны, другие худшие. Вы должны торопиться, я волнуюсь за безопасность своего сына и тех, кто заботит вас тоже. Ладно. Так, погоди. Ладно, ладно. Я так полагаю, нам надо что-то сделать. Так, может сюда выстрелить? Так. А, лифт, смотри, приехал. Приехал лифт. Но там, смотри, он. Как-то надо, наверное. Оп! Ага. Вот ты что творишь, а? Воп-оп-оп-оп-оп-оп, ты че? В смысле? В смысле, блин? Что это сейчас было, твою мать, а? Как это, блин? Как это произошло? Окей. А, здесь все мы взяли. Ладно, да. Что, блин? Я поржал сейчас. Так, окей. Окей, сейчас забираемся, короче, наверх. Надо быть осторожным. А, блин, вот этот лифт-то. Куда он там приведет нас? На начало, на самое, что ли? Погоди, а может он там что-нибудь... Может он там что-нибудь... Секрет какой-нибудь? Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Ты чё, пока болтаешь... Нормально так? Все, хорош болтать. Заткнись. Он пока болтает, короче, не... Стрелябельный, или как это сказать. Все, поговорил? Отлично. Так. Стоп. А там мы смотрим, мы все равно там не пройдем, наверное, да? Мы как-то... Наверное. Мне кажется, вот эта труба с вентилятором, она нам помешает. Вот. Хотя, давай попробуем. Давай попробуем еще раз, да, наверное. Давай попробуем. Опс. Опс. Куда, блин? Я хотел спуститься. Я хотел спуститься. Она приедет сейчас? Или она не приедет сейчас? Ну-ка, сюда едь. О, едет, смотри, едет. Хац. Вот ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты. Опасно, опасно. Так, давай еще раз пробуем. Вот так. Едем, едем, едем. Едем, едем, едем. А вот и приехали. А вот и приехали. Так, стопэ. Усунься. Усунься, говорю тебе. Так, максимальное здоровье увеличено. Прикинь ты, смотри ты, прикинь, у нас 4 черточки здоровья. Охренеть. Что, блюешь там, что ли? Я говорил, не надо крыс есть. Не надо крыс есть. Так, а наверх? Наверх не пробраться, смотри. Надо отсюда стрелять и бежать, бежать. Вот та-та-та-та-та-та! Это было просто жестоко сейчас. Воу-воу-воу-воу, а, смотри. 4 ячейки. Так что теперь нам только остается правильно идти.
Ни хрена тут такая вот, да? Порядок сохранения непонятный. Окей. Ща мы. Ща все будет. А чё ты смеешься-то? Э? А чё ты? Чё ты ржёшь-то там, а? Я чё-то смешное сказал или где? What the fuck? А, блин. Во я туплю, а? Или нет, погоди. Стоп. Так. Не понял. Юмора. Какого хера делать? Я не понял. Так. Стопули. Так. Приедет, да, сейчас? Прикол. Вот этот прикол. Вот этот прикол. Стоп. Мне эту штуку надо отправить назад, короче. Получается. А, и чё, как мне это сделать? When the epidemic spread to Seattle, the people made a stand, tried to fight. Чё ты опять там? То же самое мне говоришь. Чё за баг? Я не понимаю, что делать. Короче, был какой-то баг, я не знаю, мне пришлось перезагрузиться, главу заново перезагрузить, вот. И смотрите, у нас... я причем туда не ездил. Четыре ячейки, но одна пустая, видимо, когда мы возьмем аптечку, она заполнится. Вот. Я не знаю, в чем вообще прикол был, что это за баг вообще, просто непонятно. Ну вот. Что-то блокирует механизм, понятно. Сейчас он проболтает здесь. Давай, прекращай. А, вон все можно, наверное, пробить. Отлично. Так. Ну, теперь сюда, да? Все. Отлично. Сейчас мы... Так, я так полагаю, надо также бежать. Оп! Беги! Это было очень близко. Мне чуть жопу не отрезало. Вообще просто жесть. Так, запер. Он запер это. Он запер дверь за нами. Ох, боже. Снова тут. Прыжки. По воде. Без воды, по воде. Воду сейчас спускаем, короче. Так, окей. Смотри, у нас здесь, да, мы можем как-то проползти, что ли? Да, вон чувак лежит. Еще одна страница вырвана из книги, она была на границе территории крысы. Здесь написана поэма. О, что за чудо вдруг предстало мне? Ведь голова была одна, но три лица. Поэма. А это случайно не поэма? Нет, это не из божественной комедии, типа, нет? Ой, кого ты там позвал, а? Сейчас придут же! Позвал он. Так, воду мы... Нет. Ага, здесь разбить. А, ящик. Понятно.
Ясно, понятно. А, херушки. Смотри. Да кого ты все зовешь-то, блин? Стоп. Надо так передвинуть, короче, чтобы мы смогли... Вот так вот, давайте прямо до серединки, как вот здесь. Да? Да. Сейчас мы воду поднимем. На ящик перепрыгнем, давайте, с разбега. Оп, вот так. И вот сюда, вот, отлично. Все четко, просто шикарно. Прекрасно, шикарно. Так, погоди. Отлично. Даже так умеем. Я тебя понял. Здесь секретики. А, невинные люди, которые пытались найти убежище во время Великой войны против теней. Они были раздавлены при обвале после бомбардировки. А, это раздавленные люди, короче. Вот и хрен поймешь, да, что лучше? Быть раздавленным или съеденным тенями? И там, смотрите, тебя поедают, ты чувствуешь всю эту боль, да, там, и туда-сюда. А заваленным тоже там, тебя завалило, а ты еще живой, весь переломанный, короче, и умираешь тоже, и тебе не выбраться никуда. Вот что? Проще застрелиться. Но, Чё, блин? Проще застрелиться, но нечем застрелиться. Да ладно! Да ладно! Чё, поржал, что ли, сейчас? Все по новой? Так, ладно. Здесь хоть ничего не надо брать. Сейчас мы быстренько это все организуем. Давай там, убейся. Об ящик. Также вот на серединочку. Оп. Отлично. Опа! В принципе, блин, я зря это делаю, нельзя здесь опережать события, короче, иначе вот такой же баг будет, как вот до этого, блин. И будет вообще жесть. Так, погоди. Оп. Я тебя понял, так, погоди, может. Мы сможем. Нам вот так допрыгнуть? Или. Не, мне кажется, мы так не допрыгнем, надо с разбега. Я думаю, что. С разбега! Отлично. Отлично! Отлично. Так. Ага. Ага. Только как это? А, от стенки, что ли? Вот так. Отлично. Ну давай, поползли. Ай-яй-яй, смотри, труба. Труба наклонилась такая, прям опасно. Страшная и опасно. Страшная и опасная труба. Так, ага, не заб... Ага. Погоди, надо... Сейчас, сейчас все будет. Сейчас все организуем. Оп, видал, какой я меткий. Так, стоп. Ну ладно, по туннелю так по туннелю. По туннелям так по туннелям. Так, отлично, что-то блокирует. Оп. Все еще не работает, может где-то застряла шестерня. Да ладно. Я не могу продолжать. Следуя этим путем до старой станции метро, когда выберетесь наружу, ищите дом, что растет на дереве. Найдите моего сына до того, как это сделают эти люди. Я помогу вам вытаскать тех, о ком вы заботитесь. Ладно, я понял тебя. Я тебя понял, старик. Так, а, вон что. Я понял. Теперь я могу активировать платформу. Я могу активировать платформу, но... Фишка в том, что смотри... Надо это все быстро, видимо, сделать.
Бегом, 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 бегом. Опа. Бегом, 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 бегом. Давай, 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 давай. Опа. Отлично, отлично. Давай, давай. Я знаю, что сейчас упадет. Сейчас упадет этот вагон сраный. Да я ж сказал, блин. Да кого ты там зовешь-то? Опять. Погоди. Последняя запись в дневнике одного из выживших, который скрывался на станции подземки. Похоже, они утратили надежду в то, что армия освободит их. В принципе, знаете, я тоже сейчас теряю надежду. Так, ты меня не кусишь? Окей, я так полагаю, там выход у нас. Там у нас выход. Ну давайте на этом закончим, уже время подошло уже, в принципе, к концу видео. Вот. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте и продолжим уже в следующей серии. Будем спасать уже сына крысы. Вот. Думаю, у нас все получится. Не забываем комментировать. Комментировать. С вами был Валерий. Всем пока.